Камерный хор Челябинской филармонии поприветствовал своих зрителей песней «Лодочка» из кинофильма «Верные друзья». Как отмечает руководитель хора и главный дирижер Ольга Селезнева, это не случайно, так как коллектив и Юргу связывают долгие дружеские отношения. Несколько лет назад хор имени Михальченко уже покорил сердца зрителей из нашего университета. Попросили что-то такое позитивное, веселое для поднятия настроения. Я посмотрела наш репертуар, у нас есть очень много программ различных. Вот в частности есть программа, которая так и называется «Музыка хорошего настроения». И там как раз песни различных жанров, из кинофильмов, как вы сегодня услышали, русские народные песни, спиричуэлс, песни групп Beatles, Queen. Абба. Челябинский камерный хор основан в 1974 году под руководством Валерия Михальченко. С годами уровень профессионализма коллектива рос, и в 1989 году он начинает свою филармоническую деятельность. За всю свою музыкальную историю ансамбль объездил многие города России и Европы. Мы, безусловно, стараемся учитывать например, языковые особенности. То есть, если мы приезжаем куда-то за рубеж, мы стараемся исполнить песню на языке той страны, в которую мы приезжаем. Это первый момент. Второй момент. Классика, она была всегда и всегда будет популярна, она всегда будет на высоте. Те, кто слушает классику, они по умолчанию обладают хорошим вкусом. Ну и то, что спето с душой, оно тоже принимается везде хорошо, вне зависимости от страны, в мире и так далее. Поэтому главное с душой, это публика это всегда чувствует. Послушать выступление коллектива пришли и иностранные студенты Южноуральского государственного университета. Увин Довиджвира считает интересным, что хор не только пел, но и играл на музыкальных инструментах, а также создавал звуки при помощи хлопков ладоши и топота ног. Сегодня я очень рад быть здесь, потому что, как иностранный студент, это было новое для нас. И у меня есть очень хорошее впечатление, потому что я хочу говорить, это как они пели от души. Когда я слышаю, это не просто для ухи, это как для всей души. Но я хочу говорить, я очень рад быть здесь, и я все время, у меня есть очень хорошее впечатление. Камерный хор имени Михальченко еще не раз планирует посетить наш университет, чтобы подарить студентам и сотрудникам ЮРГУ хорошее настроение.